в Танторио, я жила обычной жизнью. Дом, работа, дети. Биолог по образованию. И когда случилась ситуация с моим мужем, инсульт, я вдруг поняла, что мне нужно посмотреть, почитать, что же это там за Танторио. Ночь листала, ночь смотрела, читала результаты, думала и принесла на утро мужу вот эту информацию. Результат получили по здоровью. Ровно через 5 лет, в год выхода на пенсию, я получаю статус президент-директора. А это оказалось в 20 раз выше моей пенсии. Вот это меня просто вдохновило. Компания очень надежная. Доходы выплачиваются ежемесячно. И быть бабушкой веселой, жизнерадостной, путешествующей, богатой. Очень внукам моим нравится. Самая главная мечта, которая у меня реализовалась, жить так, как я хочу. Жить в достатке. Мы построили дачу хорошую. У нас есть на даче улей. Мы с мужем общаемся с детьми, мы изучаем мир пчел. А еще мне доставляет большую радость то, что я могу здесь приносить пользу людям. Ну, в моем возрасте уже пора думать о духовном, а что же я людям отдам. А я здесь, в Танториум, я людям отдаю. Отдаю вот эту информацию именно о том, каковы продукты пчеловодства, зачем они нужны людям, и что именно с продуктами пчеловодства можно жить сладко, интересно и богато.